Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и сейчас я на кровати разложила свой заказ за две компании Faberlic. Это накопившаяся одежда, вот 4 платьишка, 2 взрослых, 2 женских. Вот идет кофточка, капроновые колготочки, юбочка тепленькая, да, несколько комплектов нижнего белья младшей дочки. И пару водолазочек, голубая и фиолетовая. Голубенькую я заказала себе, а фиолетовую я заказала дочке. Вот, также я попробовала заказать трусики с завышенной талией. И скоро очень интересные, мне не очень нравятся. Приходят они все в таких вот упаковочках. Очень понравился сам дизайн. Это у нас идут трусики с завышенной талией, модель HP213, графитовый с золотым, размер 42, артикул 82-755. Микрофибра, 80% полиамид, 20% эластан, сетка 92% полиамид, 8% эластан, вышивка 100% полиэстер, ластовица 100% хлопок. Да, вот такие вот трусики. Вот, замечательно, артикул 82-755, потому что если говорить вот эту вот модель или вот это вот, да, через W название одежды, на сайте оно не находится по буквам, оно находится именно вот по артикулу 82-755. Ну, чем хороши трусики? Во-первых, они хороши тем, что после родов, да, их можно носить, также их можно носить, давайте с вами разглядим, да, вот вышивка, кружево. Их также можно носить для тех, у кого есть животик. Да? Смотрите, как шикарно смотрится. Да, также можно носить у тех, кому хочется, ну, может быть, талию потоньше или еще что-то. Очень такие удобные. Да? Ластовица спрятана под гигиеническую защиту. Изнутри ткань. Да? То есть очень крепко. Все очень крепко, сшито качественно, всегда хорошо. Аннотация приклеена, да, то есть если вы будете дарить, это просто великолепная вещь. Да, вот смотрите, видите, как все шовчики аккуратно прошиты, да, то есть моделька просто супер. Аккуратненько, маленько, хорошенько. Вторая моделька, я заказала вот 3 одинаковых трусиков, а размер 40. Это я заказываю своей дочке, она просит простые черненькие. Артикул 80-307, 40-й размерчик. Обычные трусики. Также гигиеническая защита идет. Они идут ни высокая, ни низкая посадочка. То есть, смотрите, тут вот есть небольшой такой узорчик. То есть она не любит много кружева, да. То есть девочке 16 лет. И она просто, да, вот размер XS. Вот такие вот. Аккуратненькие трусики, очень хорошего качества, они у вас и через год не порвутся, просвечивают, если натянуть, да, как вы видите. Все шовчики, все ровно закрыто. И далее, что я вам покажу, это колготочки 40D, это тоже дочки в танцевальной. Дочки в танцевальной, я сейчас открою, младшая у меня там кричит, я ей не дала мерить платье. То есть померила, сняла, говорю, сейчас еще раз будем мерить, да, все вот таким вот образом проложено. А мне они показались темноваты, но дочка сказала нормально и меня ругать не стала. Так, артикул у них 80023, цвет бежевый, размер 3, да, то есть вот в аннотации все указано. Также эти колготочки хороши тем, что они идут с ХБ-ластовицей, шортиками идут, подтягивают хорошо животик, прозрачный мысок и в размере XL сзади две полосочки на попе. Да, если хочется, стирать их можно при 30 градусах. И очень легко, вот тут очень классная таблица размеров. Да, есть состав и все на свете, да, то есть очень удобно. Так, давайте с вами посмотрим сами колготочки. Я заказала 2 штучки одинаковых, да, вот такие вот шортики, о каких говорилось, замечательные. Да, вот они такие вот длинненькие. Вот это вот прозрачная ластовица, да, и в принципе они тоненькие. 40D, ну как бы плотнее, чем 20D, но они идут тоненькие, да, такие вот удобные. И вот та самая хлопковая ластовица на капроновых колготочках.
Вот такие вот они шикарные, конечно же, две штучки, потому что дочка очень часто выступает и очень часто их просит. А далее идут капроновые колготочки 20 ден. Они сейчас на мне, я их покажу вам, их видео открою. Я заказала тоже две упаковочки, одну на себя надела, вторую показываю вам. А что интересно, то что тут идет размер троечка, но скорее всего мне подойдет двоечка, потому что такое чувство, что они мне немножечко великоваты. Вот размер черный, тройка, ну 20 ден, ну пару раз одеть и скорее всего они закончат свое действие, потому что я в капроновых колготках ходить не умею, я их все время рву. Также стирать при 30 градусах, те же самые аннотация, ХБ ластовица, прозрачный мысок и шортики, и в машине, ой, в размере XL две полосочки сзади, да, чтобы не путались. Также по таблице размера все можно подобрать. Вещь классная, хорошая. Также проложена картонкой. А вокруг картонки обвиты вот эти вот колготочки, аккуратно разложены. И, конечно, все очень-очень здорово. Следующее, что мне очень понравилось, это, забыла показать, нижнее белье. Я его чуть позже вам покажу. Раз уж мы пошли с вами по колготочкам, я вам сначала покажу такие вот шикарные колготочки. Во-первых, как они выполнены, да, в какой коробочке. Их дарить очень здорово. Также стирается при 30 градусах. Они идут плотные, 85% полиамид, 15% эластан. Они идут 50 ден, что приятно. И вот тут вот тоже есть табличка размеров. Пожалуйста, смотрите, подбирайте своим малышам на Новый год, на 8 марта. На все, что вам захочется, да, праздников впереди огромное количество. Вот так вот они упакованы. То есть все в пакетике, все здорово, все классно. Давайте сейчас вот так вот вам откроем. Также на картоночке идут. И вот такие вот они шикарные. То есть с обеих сторон рисуночек. Есть даже на пяточках, на следочках, да, как вы видите. И показалось, что склеилось. Думаю, ничего себе. Нет, нет, не склеилось. Просто, да, то есть это капроновые колготочки. Одна полосочка спереди, другая сзади. Сейчас я вдену руку. Это рисунок. Да, то есть если вы будете растягивать, то видно, как он натягивается. Колготки плохо просвечивают. Сейчас я их надену на дочку как раз, чтобы она вам показала пару платьишек. Как раз она будет в этих колготочках. Посмотрите, как смотрится. Потому что это праздничные красивые колготки. Я заказывала для синих платьишек для дочки другого цвета. Но так как они еще пока что не пришли, я решила показать эти колготки. Я понимаю, что эти цвета не особо сочетаются, но что поделать, хотя бы так. Следующее, что мне вам хочется показать, это такой приятный бюстгальтер, такой вот аккуратненький, чисто беленький. Это мы дочке заказывали, чтобы она выступала, размер 70А. Ей нужно белое нижнее белье. Да, то есть артикул 80-246, он и недорогой, и белый цвет, он простенький, да. Единственное украшение, вот, да, он идет push-up, тут подушечки снизу не достаются, но они, в принципе, я бы не сказала, что уж очень толстые, да, то есть на большом объеме я бы не стала покупать подростку, конечно же. И вот, вот вся аннотация. Ну, давайте вот. И артикул, и все-все-все. Вот. И трусики точно такие же. Трусики называются... Сейчас с вами посмотрим. Так, трусики модель Вера, размер 42, артикул 80-298. Вот у нас такая аннотация. Вот. И вот сами трусики. Тоже такие же, как черненькие. Да, тоже такие же аккуратненькие. Качество все, видите, какое хорошее. Да, давайте с вами посмотрим. При вас распечатываю, никогда не боюсь. Один единственный был когда-то брак, да и то меня забрали очень быстро. За 2 года один единственный брак, да, то есть хлопковая ластовица, как обычно, чтобы телу было приятно. И вот такое вот кружево. Это внутри, это
снаружи. Вот. Итак, вот футболочка. Так вот она упакована. Это заказала себе старшенькая. Я ей говорила, что она и будет велика. Сейчас посмотрим, велика или нет. Потому что она размером, ростом 158, а тут размер 164. А когда она у нее попросила, я очень удивилась. Но это идет 100% хлопок. И я решила, что тело моей старшей дочери будет дышать. И для меня это самое главное. Артикул 59974. Модель, вот, пожалуйста, циферки. Вот такая вот шикарная вещь, тоже весьма хорошего качества. А также хочется сказать, что она идет с легеньким подкладиком. Да, видите, такой легонький. То есть кофточка не тонкая, но и не сильно толстая. А также тут все прошито очень хорошо, очень качественно. Шва на плече нету, как вы видите, есть швы, вот под мышечку идут. Да, вот швы и вот швы. Да, то есть швы под мышку идут, как бы вот так вот в этом плане. Тоже здорово, тоже классно. И также тут есть хорошая очень аннотация. Мы ее с вами уже посмотрели, поэтому сейчас померяем, посмотрим и покажем вам Екатерину нашу Андреевну. Думаю, что нам понравится. Далее две водолазочки. Водолазки шикарного качества. Я часто заказываю черную, белую. И мне они реально нравятся. Они тоже классно проложены картоночкой. Вот такая вот водолазочка голубенькая. Артикул, цвет приятный, свежий, классный. Артикул 81534. 46-48 я заказала. А вторая идет... Артикул 81543, размер 44-46. То есть это моей дочке уже идет. Тоже в картонке. И тоже вот такая вот симпатичная. Ну, то есть вот такие вот два классных цвета. Такая вот юбочка. Классная, клевая. Нам немножко велика, но мы решили ее не убирать. Оставить ее на весну, потому что мне она очень понравилась. Она теплая, хорошая, и не обязательно в ней ходить зимой, в ней можно ходить и осенью. То есть вот такая вот юбчонка, расстегивается, застегивается. Она стильная, она классная, она будет подходить к любой кофточке. Сейчас скажу ее артикул. Утепленная юбка для девочки. Утепленная юбка для девочки. Артикул 60-635, цвет бирюзовый, размер 110, 100% полиэстер, 100% хлопок, 100% полиэстер, идет утеплитель. Да, то есть тут полиэстер вставлен именно в саму юбочку. То есть если наши дети в холодное время года будут играть в этой юбке в садике, то мы с вами все прекрасно понимаем, что у них просто попа не замерзнет. Дети очень любят сидеть на полу. И я считаю, что это очень удобной покупкой. Нашего размера долго не было. Слава Богу, она пришла. Немножечко тянется, совсем чуть-чуть. Практически незаметно, что она тянется. Да, и верх тоже чуть-чуть так же тянется. То есть вот такая вот красивая, стильная юбчонка. Итак, дальше с вами посмотрим как раз-таки вот это вот платьишко, которое пришло. Оно идет из бархата. Вика его схватила, потаскала. И, конечно же, оно все собирает. Мне не понравилось. Ну, как все. Мы походили в нем немножечко, померились. По полу чуть-чуть покатались, горки прокатились. И вот результат. Пару пятнышек заработали. Да? То есть платьишко нужно будет периодически чистить. Значит, это у нас идет... Платье для девочки, артикул 60-363, размер 116, 80% хлопок, 20% полиэстер. Я вам покажу, как оно будет смотреться. Сшито хорошо, сшито качественно. Да, таким вот образом. Это горловинка. Рукавчики выполнены прямо. Да, то есть тоже все прошито, как вы видите. Подол платья также с аннотацией. Ну, в принципе, окей.
у всей продукции Faberlic, ой, продукции, извините, у всей одежды Faberlic, это как минимум. И очень радует, что детская одежда, она прошла все ГОСТы с Анпиной, так же, как и наша продукция. Ну, вот такое вот платьишко. И следующее платье, дорогие коллеги, это просто шикарнейшее платье от Алены Ахмадулиной, моей красавицы, Викуське маленькой, да? Смотрите, какое, как красиво, да, видите? Вот эти штучки, они такие, как микро, даже не знаю, как сказать, может быть, там написано. Давайте посмотрим. Так, цвет темно-синий, размер 116. Подкладка 100% хлопок идет, 40% вискозы, 60% полиэстер. Артикул 60688. Да, то есть вот смотрите, все платье выполнено такими вот вкраплениями. А, рукавчик вшит. То есть, да, тут юбочка отделяется внизу, видите? И тут остается вот эта вот хлопковая прокладочка, да? Как бы, то есть подъюбник. И вот такая вот прозрачная все вокруг. Ну, вообще здорово. Посмотрите, какие узоры. Посмотрите, какая красота, как вышито, как богато это платьишко смотрится. И вот из этого платьишка у меня дочка и возникала. Оно нам очень хорошо подошло. Просто великолепно. Это красота, которую, мы, я думаю, что на нас еще налезет 8 марта, а потом... Когда мы передадим уже в наследство эту красоту, то все будут рады. Конечно, такую красоту мы будем одевать редко, потому что, ну, не знаю, я, может быть, и будем носить в садик, когда потеплеет, потому что 100% хлопок у нас с вами идет подкладка, и это очень здорово. Так, говорила ли я размер? Размер 116, это из коллекции Алены Ахмадулиной. Faberlic by Алена Ахмадулина. Вот такая вот красотища. Я очень рада. Ей так идет. Очень-очень идет. Итак, одно платьишко женское на мне. Я его вам покажу позже. И вот это вот платье я заказала благодаря тому, что мы ездили на показ от Faberlic. И как раз вот это платье мне досталось, чтобы я в нем выступила на сцене и рассказала возможности Faberlic. Боже мой, какое это шикарное платье. Да, во-первых, давайте посмотрим с вами подол. Посмотрите, какая красотища. Как все вышито пайеточками. Сейчас сфокусируется. Тут вышито золотой тканью. Это просто шикарнейший, да? Вот, такая вот красота. Значит, верх платья выполнен. А, это я зад взяла, да, то есть тут пуговка, она тянется, застегивается изнутри. Также у платья, ой, снимали видео кто-то, я смотрела обзор, и девушка жаловалась, что она еле из него вошла и еле его на себя натянула, еле в него вошла. Так вот, очень большое, да, и когда вы его одеваете, да, и застегиваетесь, то вот эта очень большая молния дает возможность вашему платью вот принять тот силуэт, который вам хочется. То есть девушка, мучаясь с этим платьем, она просто не увидела вот эту молнию сбоку. Вот, потому что просмотров много. То есть смотрите, рукавчики выполнены также, да, то есть вот этот вот подклад. Сейчас я скажу. Значит, Faberlic цвет голубой. Платье с длинным рукавом для женщины, артикул 84589, даже пуговка есть запасная, размер 44, верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, то есть все платье полиэстер идет, да, вот такой вот подклад, ну просто шикарный, очень дорого смотрится и, конечно, мне оно очень-очень понравилось. Так вот, рукавчики как обработаны, да, как обшиты. Кружево уходит вовнутрь. Просто шикарно. Так, еще одно платье. Второе женское платье, которое я вам хочу показать. Это тоже платье by Алена Ахмадулина. Цвет черный, размер 42. Также везде все 100% полиэстер. Артикул 84149. Платье с рукавом 3/4 для женщины. Тоже очень красивое.
Давайте с вами посмотрим, да? Вот видите, какие тут штучки по всему платьишку. Оно идет не приталенное, это платьишко, и поэтому я долго думала, оставить мне его или нет, но вы знаете, вот эта вот красота меня просто покорила. Вот это вот все кружево. Видите, оно прям до самого плеча и тут дальше и сюда. Да, то есть, вот смотрите, какая красотища. Это кружево практически не тянется, а вот снизу платье очень сильно тянется. Да? И когда я его одевала, оно мне было тесновато в груди, так как размер 42. Но я специально заказала размером меньше, для того, чтобы оно хотя бы немножко было вот тяжечку и не болталось на мне. И в целом смотрится здорово. Мне муж говорит, вот это платье, так платье. Да, то есть я говорю, это Фаберлик. Он говорит, ничего себе Фаберлик делает. Да, то есть тут есть такая вот пуговка на тянущиеся петельки, так же, как и на синем платье все петельки тянутся, что очень здорово, да. То есть вот Ахмадулина, 42 размер, показывала я вам или нет. То есть великолепное платье, великолепное нижнее белье хорошего качества. Ну а сейчас встречаем моделей. В наших новых капроночках и в новом платьишке. Вот такая вот умница, вот такая вот красавица. Давай задом повернемся. Давай посмотрим задом. Вот какая красота, мамочки. Мы, конечно же, дурим перед камерой всегда. Колготочки очень хорошо сидят, да, то есть звездочки прям вот, вот они где звездочки. Да, очень любим мы на кровати валяться. Вот наш подъюбничек, он сшит, да, то есть подолом платье сшит. То есть очень-очень здорово. Да, вот такая вот красотища. Вот у нас как сзади красотища, да, то есть вот такой вот длинный платьишко. В принципе, все здорово и классно. Давай помашем пока-пока. Итак, сейчас на мне трикотажное платье 146W4111, платье прямого силуэта с живописным принтом, цвет светло-серый, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Тянется оно очень сильно. Вот, и, конечно же, размеры у нас с вами идут. Вот сейчас я заказала 46 размер, написано 61 плюс минус 1 сантиметр. Что я могу сказать? Платье мне длинновато, трикотаж не очень-то люди любят брать, подшивать. Я бы его, конечно, бы вот хотя бы вот так вот сделала, тогда было бы намного симпатичнее. Это не моя длина, и так как платье идет полуприлегающего силуэта, то оно вот, как бы хотелось бы мне его, конечно же, в обтяжечку, но в принципе очень-очень симпатично. Сейчас на мне вот как раз те самые колготочки, которые идут 20 ден от компании Faberlic, да, то есть обычные классные колготочки, шикарные, красивые, и вот такое вот платьишко. Сейчас на мне платье 3/4 с рукавом для женщины, цвет черный, размер 42, состав верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Вот это платьишко как раз той длины, которую я люблю, да, чуть выше колена подкладка и чуть ниже колена как раз вот и идет вот этот вот верх. Верх, как вы видите, очень симпатично выполнен. Платье тоже идет прямого силуэта, то есть оно нас не приталивает. И, конечно, это платье, чем мне понравилось, оно скрывает недостатки. Да, скрывает недостатки на теле, то есть вот этих вот гусеницы нету эффекта, но немножечко маловато в груди. Оно тянется, но не так сильно, и я думаю, что на видео, я думаю, что это будет видно, потому что немножечко вот тут вот тесно, но в принципе я могу этим платьем, в этом платье свободно двигаться. Тоже здорово, тоже классно. Платье смотрится шикарно, великолепно. Мне очень понравилось. И вот как раз про это платье муж спросила. Ого, говорит, откуда такое платье? Когда ты его успела купить, тебе, говорит, очень идет. А, да, вот такая вот красотища, дорогие коллеги. И сейчас самое мое любимое платьишко. Сейчас на мне платье голубое для женщины.
с рукавом, считайте рукав, я так понимаю, что он идет 3/4, потому что он идет покороче, размер 44, оно абсолютно не тянется, 100% полиэстер и прокладка, и 100% полиэстер вверх. Вот это платье, так, артикул 84-589, это платье цвет, ну, как вы видите, шикарное. Единственное, что мне не нравится, длинно. И, конечно, если его куда-то на мероприятие одевать, то ходить в нем нормально, но нужно будет его все время приподнимать. Модели платья, в принципе, дорогие. И самое, что интересное, что за подшивку такого платья берут 2-3 тысячи рублей. Потому что это ткань тонкой работы, да, особенно вот эта вот верхняя ткань, это очень тонкая работа. И, конечно, подшивать его, что-то с ним делать, да, как вы видите, не так-то и просто, потому что рисунок тут, он уже как бы считается законченным, и если что-то где-то тут и идет, да, то есть, видите, рисуночек заканчивается, и подгадать вот этот вот рисунок на рисунок, чтобы было хорошо, практически невозможно, поэтому я считаю, что запнуться мы в него не запнемся, длина как раз не критическая, но на поворотах, на лесенках, еще на чем-то, но все-таки будет касаться платье будет касаться пола, ступенек, и нужно будет его приподнимать, чтобы не запнуться, чтобы не упасть. Да, вот такое вот платьишко, очень-очень красивое, мне оно очень нравится, немножко тесновато в груди, и очень часто у меня спрашивают замеры, я наконец-то купила себе сантиметр, и сейчас мы с вами смеряемся. Значит, талия у меня 81, грудь у меня так 94, и вот самые выступающие точки бедра, я так понимаю, так 106, нет, 103, 103 самые выступающие точки, если я правильно меряюсь. Я не знаю, как надо мериться. Если тут по бедрам смотреть, то бедра 94. То есть вот это платьишко мне абсолютно в обтяжечку. Места свободного, как вы видите, практически нету. Его очень мало. То есть я в нем могу покрутиться, но совсем чуть-чуть. То есть оно не сползает ни вверх, ни вниз. То есть я могу в нем ходить, что угодно делать. Единственное, что вот на сантиметр располнеть, если хотя бы на сантиметр, все, оно уже не налезет. Но платье просто шикарное. Я его буду носить на все балы по Берлике, я его одену на Новый год обязательно. И такую красотищу я, конечно, рекомендую всем, дорогие коллеги. Можете заказать пару размеров, да, если вы сомневаетесь. Там же на АП померить. Очень удобно, когда есть примерочная на агентских пунктах. И если на вашем агентском пункте есть примерочная, то вы можете померить и оставить себе ту модель, которая вам подходит, а остальные модельки может просто отправить на возврат. Потому что я, когда заказываю платье, которое мне хочется, мне его, если привозят, если я его отправляю на возврат и пытаюсь заказать другую модель, ходовой модели уже не бывает. Поэтому будьте умнее, не будьте как я. И заказывайте сразу два размера, о каком вы думаете. Ну, платьишко удобное, все в нем хорошо, все классно. И я очень довольна этим платьем. И, конечно, этот цвет мне очень-очень идет. Всем пока-пока. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. С вами, дорогие коллеги.